20 февраля 2019 год, Харьков. Шесть 25 по Киеву. Птицы на Луне. Да, но уже на горизонте уже просто видно, как атмосфера, атмосферные колебания. Да ты смотри, с птицами прям везет. Да, Луна в Пиреее ближе всего к Земле за год 2019. И видок просто шикарнейший. Да, с птицами удачно. Есть ли жизнь на Марсе, есть ли жизнь на Луне? Вот такое развернуло. Вот этот кратер Тихо называется, 85 километров в диаметре, чтобы масштаб был понятен. Возраст его 109 миллионов лет, один из самых молодых крупных кратеров, да, по-моему, самый молодой из крупных кратеров. Ну что, попробуем еще Юпитер снять. А, все, уже не сняли, уже облака закрыли. Вон у нас красивый рассвет.